Аккуратнее, не колдун. Смотри, как красиво. Самое большее через два дня она совсем остановится. Срочно требуется капитальный ремонт. На ходу разваливается машина. Ничего, как-нибудь продержимся до конца месяца. Нужно план выполнять. И премию не потерять, верно? Еще бы. А он этого не понимает. Верно. А? Эй, что такое? Эшо, стой! Взорвешься! Ой, горит, горит! Я тебе говорил! Ох, нога! Отойди! 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 Уйди, снимай! Слезайте, товарищ! Слезайте! Каска моя! Осторожно! Отойди! Отойди! Помоги человеку! Один машину чинит. Держи! Держи!
А где вторая половина? Вторая половинка. Вот вторая половинка. Слушай, игла. Очень порвалась. И чего, заклеим? Дай сюда, дай сюда. Да, да. На. Держи чеснок. Ага. Так, так. Вот потом. Не мешай. А. Осторожно. Да. Ну вот, совсем как новенькая. Ну ладно. А что дальше? А? По-моему, самое правильное в город поехать. Поехали! Едем! Поехали! Ты что, с ума сошел? И тебе надо искупаться. Мне? Да. Стой! Иди сюда. Разыграем, кому сидеть за рулем. Стойте! Машину к тротуару! Водители ко мне! Стойте, вам говорят! Стойте! Не останавливайся, проскочь. Запорожец номер 5941 ГРО нарушил правила уличного движения. Предъявите документы. А вас, граждане, прошу отойти в сторонку. Прошу. Отойдите, граждане. Отойдите. А что, собственно, я сделал? Нарушили правила. Правила? Да. Товарищ начальник. Платите штраф. Деньги.
Еще одно нарушение, отберем права, получите сдачу. Сколько взял? Рубль. Сколько осталось? Два. Смотри, не повезло. Все билеты проданы. Лишнего билетика нет? Нет. Пойдем посмотрим новые книги. Есть советский спорт? Нет. Что, не понравилось? Нет, почему понравилось? Дорого очень. Дорого? Послушай, вы тоже слушайте. Это книжная лотерея. Целую библиотеку можете у нас выиграть. Доставай билет. Оп, теперь плати. На рубль 4, 25 копеек, 1. Теперь ты тащи. Давай, бери билет. Один, один. Последний я. На ваше счастье. А ну, у меня пусто. Не повезло. Ничего, ребята, в следующий раз повезет. Так что мы будем деньги на ветер выбрасывать. Мальчиком нашел. Забри машину. Зачем? Кто ее тронет? Что значит зачем? Здесь же город. Дай. Да-да. Как ты себя ведешь? Почему ты брызгаешь? Ой. Рубль. Не нужно. Последний рубль. Наш рубль. Все из-за тебя. Не надо было брызгаться. Интересный аттракцион. Да, интересный. Был бы у нас рубль, мы бы точно покатались. Мама, пойдем. Папа, подожди, гули, папа, гули. Мне там хочешь голова. Покататься, со мной пойдешь? А? Мама! Вот у нас и билетик мама. Есть. Пусти, пусти. Мама. Пусти меня. Поехали! Понравилось, а? Вот и мама с нами пойдет.
Фигла, нас вызывают к плану входа. Радио. Скорее. А? Извините, пожалуйста, нас. Извините. Гули, гули, гули. Извините. До свидания. До свидания. До свидания. Что такое? Что случилось? В чем дело? А, это вы? А? Я здесь целый час на цепи сижу. Язык ваш тут. Не трогай меня. Не трогай. Машину. Товарищи, в чем дело? Расходитесь. Расходитесь, ребята. Расходитесь. Ну, что вы, машину не видели, да? Замок заел. Спешишь, да? Отцепи машину и езжай. Ну, давай, давай. Стой! Стой, стой, стой! Цепь сорвал! Стой! Ли на пожар смотреть? Конечно, поедем. Может, людям помощь понадобится. Поезжай, Сергей. Утюга и загорелась. От утюга? От утюга, да? Да. Это твоя работа. Просыпайтесь, ребята. Просыпайтесь. Мокозги гостволеби, твали мокоз даудге башенки генацволеби, тарис 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 т